Сегодня на базе этнокультурной гимназии завершился региональный этап математической олимпиады среди учащихся 4-7 классов. В ней приняли участие более 200 детей. Это победители школьного и муниципального этапов. По словам организаторов, с каждым годом количество участников растет. Апелляционные заявления мы принимаем завтра с 8 до 10 по электронной почте. И рассмотрение завтра состоится уже апелляционных заявлений, заседание апелляционной комиссии. Все итоговые протоколы вывешиваются на сайте rcdt-rk.ru, где вся исчерпывающая информация по поводу проведения Олимпиады. Вообще у нас преодолели порог участия именно в заключительном этапе Олимпиады по двум предметам 662 человека. Сегодня у нас выполняют работу по математике 252 человека. Вообще мы, конечно же, ведем статистику и наблюдение непосредственное. Замечаем то, что дети у нас участвуют очень многие из года в год, как бы осваивают все науки, показывают очень такие хорошие результаты. Положительная динамика, конечно, наблюдается. Среди тех, кто решил попробовать свои силы в точных науках, победители, призеры различных соревнований, в будущем многие из них планируют связать свою жизнь с программированием и IT-технологиями. Математика – это мой любимый предмет. Ну и выбрал я ее, потому что она сложная и интересная. Хочу поблагодарить своих учителей, Лаганской школы, которые готовили меня, которые сидели со мной, решали разные задачи, помогали мне. А математика мне интересна в том, что там можно решать задачи, примеры, легкие, сложные.